у папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты! Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда! На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал: «Ховайте девок по лесам! Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет!» Так и говорил. Кто такой Ивасик? Ивасик, карасик, выдул весь квасик, потом целый часик пердел, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Броняться и броняться. Ничего больше, сплошная брань. Вижу, ничего я от тебя не добьюсь. Так я ничего и не знаю. Ивасик точно знает. О чем я его не спрошу, он отвечает: «Погоди, сейчас почешу себе гузно и придумаю». Мальчик, который с Ивасиком водится, должен быть храбрый. Глупый он, а не храбрый. Один раз голой попой на муравейник сел. А с Ивасиком он и правда водится. Не слушает бабушки, бегает в лес. Молоко! Шишка! Улитка! Кролик! Телега! Картинка! Пердёж! Как звучит! Король купил коралловую корону на коронацию королеве Бруге! Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел ее? Еще бы не видел. Как-то с утра я вышел, как всегда, сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит, птички поют, ветерок веет. Я был в деревеньке на болотах и встретил женщину. Она, наверное, и есть ведьма. Тебе не показалось, что она с приветом? Мягко сказано. Фу. Значит, это не я странный. Ну, кто хочет задать первый вопрос? Я! А что значит, что все ведьмаки похотливые? Это значит, что в результате мутаций, которым они подвергаются, они обладают чрезвычайно развитым либидо. Либидой? Если какая-нибудь девушка любит ведьмака, ведьмак говорит: «Что я получу, если убью чудовище?» А она: «Что только пожелаешь». А ведьмак говорит: «Ха-ха, ну тогда дашь мне то, чего сама не ожидаешь». И вот оттуда берутся маленькие ведьмаки. Дети, что это такое? А правда, что ведьмаки убивают королей? Иногда, если человек проклят и превратился в чудовище, ведьмаку приходится его убить, даже если это король. Значит, король Фольтест был чудовищем. А как отрезают голову? А ты нам покажешь? Как отрезать голову? А можно попробовать эликсиры? На сегодня хватит. Собирайте вещи, увидимся завтра утром. Да! Попрощайтесь с мастером Геральтом. Здорово, что ты зашел. Да ну, вот если бы крысолов. Ликом пригож, а речами умилен. Только в глазах стоит холод могильный. Он даст тебе успех и достаток, щедро одарит и сребром, и златом. Только недаром так добр он к людям. Время придет, по счетам платить будет. Сокровища в раз тебе станут постылы, навек кандалы, тебя заключил он.